Салем-салем! Это уже Ира, Берей и наша Берата Дана. Это я. И сегодня мы хотим вам рассказать и показать немного об университете Ханбат. Национальный университет Ханбат – это корейский университет, основанный в 1927 году. Ханбат расположен в городе Тэджон с населением 1,5 миллиона человек и называется городом науки и техники и транспортным узлом Южной Кореи, поскольку находится в центре страны. Раньше город носил имя Ханбат, от чего и происходит название университета. У Ханбата есть свой официальный сайт, ссылка в описании. Ну, Ханбат вообще-то программа там, корейского языка у них лучше, чем в других универах. Тэджоне. Иностранцы, которые тут учатся, разговаривают и знают корейский лучше, чем остальные. Мне, например, нравится то, что как тут обучают корейскому Ханбат и по финансовому, и по образованию, по-моему, лучший вариант. Замнида! Пожалуйста, не оставляйте меня одну, приезжайте в Ханбат! So the place that I love most from Ханбат maybe is S0 because I can see so many foreign students besides me and I also can do many things there and already have so many experience and memories there. Don't wanna fall in love off a subtweet, so let's get personal. I got a lot of cool spots that we can go. Tell me what's the move and I got you. I'm only acting like this cause I like you. Just give me the vibe to slide then. I might make you mine by the night. So send me your location. Let's focus on communicating. Cause I just need the time and place to come through. Send me your location. Let's ride the vibrations. And I don't need nothing else but you. So my favorite place is in Ханбат is my dorm room because it's really comfortable and there's a lot of like facility like the Wi-Fi and there's always electricity. It's so perfect for me to study and stuff. So I really love it. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gone and get to clapping. Go pop a phone, play pop a phone. So my favorite thing in Ханбат is the dormitory because you can rest here and store your stuff. Of course, it's like our home here. And then the second one is S0 building because you can do many activities there from meeting friends and learning. So if I had to pick my favorite place on campus, it would definitely be our school's cafeteria. Every time I go in there, the cafeteria workers are so welcoming, and I just feel like I'm really at home when I go there. And plus the food is very, very different here from America. So it's really rewarding and exciting to be able to experience many, many different Korean foods there. Hi. When I come to Ханбат Daehakgyo, I start to go to gym often, and I really enjoy the equipment there, the machines. There are like three treadmills, and there are a spacious room for us to work out there. Yeah, so come enjoy the gym together. Мне нравится наша библиотека, так как в ней созданы все условия для учебы. В ней мы можем найти самую разную литературу, а также в ней есть кинозал с
с медиатекой, в которой мы можем выбирать и смотреть фильмы на английском и на корейском. А мне нравится гулять по кампусу. Одна ходьба до класса приносит мне огромное удовольствие, так как университет находится рядом с лесом. А мне нравятся мероприятия, которые проводит администрация Ханбата. Например, поездка в самый большой парк развлечений Эверленд или кимчи-пати, где мы сами готовили знаменитое корейское блюдо. Но больше всего мне понравился концерт классической музыки, который оставил очень большое впечатление. But honestly, I'm just not the same person anymore. 여태까지 착각하다가 이제 와서 날 이해해주고 싶어. Если у тебя хороший английский язык, то ты можешь стать лидером английского клуба. Так ты можешь не только сэкономить на общежитии с трехразовым питанием, но и увеличить свой круг друзей. Ханбат подарил мне очень много хороших воспоминаний, а также новых друзей со всех уголков мира. Благодаря университету Ханбат я приобрела незабываемый опыт жизни за границей. Несмотря на то, что мы были не так уж и долго в Ханбате, он навсегда останется в наших сердцах.